Последние несколько лет жители Подмосковья принимают активное участие в восстановлении леса. Минимум дважды в год во время масштабных акций «Наш лес» и «Лес Победы» волонтеры и просто неравнодушные люди семьями сажают ели, кустарники и другие деревья. В этом году высаживать лес будут 22 сентября, а центральной площадкой акции в нашем округе станет деревня Степаньково. Планируется площадь посадки 9,1 гектар. Там будут высажены более 31 тысячи деревьев. Также на территории населенных пунктов городского округа Мытищи планируется 22 площадки, где будут высажены 922 единицы крупномеров и кустарников. Добраться до деревни можно как на личном транспорте, правда, в этом случае нужно заблаговременно побеспокоиться о парковке, так и на бесплатных автобусах, которые будут ждать всех желающих в 9 утра на привокзальной станции Мытищи. Будет стоять указатель, будут стоять волонтеры, которые будут сажать жителей в автобусы и отправлять на место посадки. Постоянные участники акции уже хорошо знают, что для посадки деревьев при себе необходимо иметь только хорошее настроение. Все необходимое – сеянцы, мечи Колесовы, ведра и перчатки – каждый получит на месте. В связи с тем, что желающих заботиться об экологии с каждым годом становится больше, только на центральной площадке организаторы ожидают 1500 участников. Люди приходят не только на центральную площадку. Очень востребованные городские площадки, которые будут вот на территории округа. В прошлом раз это была весенняя акция, на территории округа приняло около 1000 человек, хотя площадок-то было всего 30, и деревьев, может быть, было не так много, но люди пришли, сажали, всем это, в общем, эта акция всем нравится. Посадить свое дерево мытищинцы смогут 22 сентября с 11 до 13:00. Дарья Ильинская, Денис Петров. Информационная программа «День».